Думаю, вы все знаете, зачем мы здесь собрались. У нас ничего не выйдет. На этот раз мы будем умнее. Мы подарим родителям на годовщину память на всю жизнь. Дети, на этот раз вы нас действительно удивили. Сами в шоке. Мама пьет на кухне кофе, папа где-то в гараже. В понедельник катастрофа, будет тест по ОБЖ. Летят года, 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 года. И будет так всегда, всегда. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Из меня ничего не вытяните, даже не пытайтесь, я не скажу вам ни слова. Ладно, сдаюсь, я видел, как открытку держал новенький Лёша. Только прекратите это! Виталик, мы же ничего не делали. И это пугает больше всего.